третье место. И у нас второй чемпионат области подряд. Одни и те же люди с бронзовыми медалями. И мы награждаем нашего гостя из Днепропетровска, Сережа Гольева. Сережа сегодня порвал практически Харьков, обыграл наших звезд, Олега Галушка, обыграл Володю Юрусова. Ну, вы все видели, мог обыграть спокойно Артура Полякова. Чуть-чуть не хватило, Сергей. Мы тебя поздравляем. Всегда рады тебя видеть. И также у нас на третьем месте Антон Калашников, человек, который сейчас набирается сил в любительских турнирах в клубе «Морец», успешно это делает. После второго этапа, скажу сразу, Антон Калашников у нас вышел на первое место в рейтинге чемпионата области. Сергей Гольев, кстати, на втором месте останется, уже совершенно точно. Поздравляем Антона. Подарочные сертификаты, Костя может расскажет куда. Давайте, ребята.